Стал всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Знаете, все меня упрекают, что вот я вот не люблю компанию Xiaomi. Ребят, чтобы вы поняли, у меня их удлинитель, у меня их сумка, у меня их мухобойка, у меня их штука, чтобы в комаре ловить или для мух, я не знаю, как по-правильному. И часами я хожу от этой компании, только какого-то хрена они не включаются. У меня их уши идут. И, ребят, я всем вот рекомендую покупать, ну, что эти телефоны. Вот единственное, не, вот я выступал всегда, ну, что против семерки от Нота. Объясню из-за чего. Потому что телефон единственный, в который в Пере захвалили. Там действительно, ну, что топовая камера идет, но все остальное не сильно ахти. Так, ребят, естественно же, от этой компании. Я надеюсь, что из подписчиков кто-то вот такую в колоночку стыкался с ней. Но по идее, вот это должна быть типа с искусственным интеллектом. Естественно же, искусственный интеллект, ну, что сделанный для Китая, ну, что пишется в BF53, Xiaomi, IBS, W, что пишется S-ка. Здесь куча всякой хрени. Вот единственное, что я в курсе, что, ну, что Bluetooth 4.2, что не сильно комфортно на теперешний день. Но суть, ну, что в чем? Чтобы вы увидели, что вы получите все-таки из поднебесной. Я испорчу упаковку, но и хрен с ней. Знаете, ну, я так сомневаюсь, что кому-то оно в конечном итоге вот надо. У меня уже, знаете, складирующий и все полностью. Встречает и первый из недостатков, вот лично, потому что для меня, вот, что вот я в ней увидел. Потому что, извините, сделаю чуть ближе, чтобы было комфортнее в картинке для вас. Потому что по поводу дизайна, изумительно вообще смотрится. Здесь, я так думаю, что индикатор, тут что включение, кнопочка микрофона. Я так понимаю, что искусственный интеллект. Здесь у нас есть специальные дырочки, чтобы шнурка к сумке, ну, чеплять карабину, куда захотите, в питание. По поводу слова «вчеплять», я из Украины, вот, ребят, не удивляйтесь, у нас такое слово используется. И вот, что я изначально сказал, в комплектации у нас есть офигенный карабинчик, и симпатичненький, аккуратный. Единственное, что плохо, что черного цвета не было. Ну, купил, ну, что белый. Стоимость, кстати, что для колонки, относительно терпимая. Знаете, учитывающие их, ну, качество в колонок, вот первая у меня была изумительная вообще. Вот там, ну, в чем плюс, что корпус был из металла. Тут 100% из пластика сделан, но я с таким смирюсь при условии, вот если, ну, что громкость изумительная будет и качество звука. Здесь интересно, что мы видим, ребят, абсолютно вот ничего. Единственное, что вот я смотрю, что пункт у нас есть искусственного интеллекта. Я так понял, да? Или нет? Ну, что для спортивного интереса, ну, что испытаем, чтобы вы, ну, что увидели, что это за диво. Кто, ну, что будет интересоваться по поводу, ну, что телефона, естественно же, я из Meizu 9 Note. Я не изменил для себя и хожу с ним. И ходил, и ходить буду дальше. Xiaomi.com. О чем мы скачаем? Xiaomi AI Light, ребят, вот, ну что правильно, ну что из названия. В теории, короче, оно будет, вы на китайские в команды скидаете, и по идее оно должно, ну что с вами там общаться, искать, вот в чем, ну что суть в компании. Они, ну что изначально попытались, ну что сделать, ну что типа умный дом, и все полностью, и все делают, ну что вот для специально такого. Ну что включаем, потому что телефон у меня глобалка, в принципе, и в теории, потому что включится, и по идее будет. И с переводом, потому что все комфортно. Испытаем. Я специально с двумя с телефонами, чтобы глянуть отличия их, окажется ли оно, ну что, или нет. Так, включаем. Cancel. Да, ребят, ну, я надеюсь, что все увидели. Угу. Так, вот что вот я акцентировал, что здесь у нас идет, ну что, полностью искусственный интеллект, ну что, включаете и настраиваете управление умным домом от компании Xiaomi, ребят, и, конечно же, все вот на китайском. Я,
скажем, лукавить не буду. Я вот не искал на 4 в PDR-у. Я так думаю, что там уже есть и с переводом, и все полностью. Знаете, кто с прямыми руками, то сделает, ну, чтобы все включить. Вот видите, ну, что пункт у нас есть ADD device. Давайте где-то втыкнем, и по идее должен индикатор включиться и засветиться у нас. Я так думаю, по крайней мере. Но чего-то я смотрю, что он сдох. Бобик, секунду. Так, ну что, гномик, ты стой, ты нам надо. Ты хотя бы, вот единственное украшение стола, это... Так, втыкнули и включился индикатор. Я надеюсь, что вы увидели, что красненький. Вот, ребят, потому что извините за освещение плохое. И попытаемся включить это диво. Ага. Ну что, в чем ошибка? Вот я, естественно же, ошибся. И включается у нас вот тут. Включаем внизу. Тихо-ти. Опа. И смотрите. Ну что, включается автоматом. Споймало приложение его. Я так понимаю, что включение где-то что-то сейчас всплывет у нас, да? Тин-тан-тан-тан. 3, 2, 1. Так, я так понял, что мы включились к этому, ну, что чудо. Вот видите, вот, ребят, здесь у нас, я смотрю, что вот есть управление и по музыке. У нас есть, показывается, погода. Я так думаю, это их не интернет. Ну, в чем плюс, что вот эта штука идет, ну, что в теории, вот если вы будете, ну, что общаться, то она будет вообще, ну, что в жизни помогать вам. Сейчас что-то скажем. Тин-чан-чан-чан. Тинканка, тинчанка, тинчанка, окей. Нет. Да, ребят. Короче, оптимально. Со старта лучше, знаете, что делать в такой вот ситуации. У вас есть вот такая хрень с автоматом, ее грохаете и используйте как обыкновенную, ну, что в колонку, потому что изначально в чем суть вообще этого ролика была, чтобы... Не в показать. Я не спорю, что сделается оно все и для нас, потому что в теории, но пока надо, чтобы вы увидели, что к чему. Так, оно в чем прикол, что показало, а не активно. Ага, вот видите, тут в чем прикол, что включается у нас, я не знаю, вот вы, ну что, увидите, у нас показывается, что оно включается и гарнитурой, и типа... аксессуаром, ну что, для управления в чего-то. Для спортивного интереса включаем что-нибудь из музыки. Твою дивизию. Я по смотрите, я так думаю, что исходя, ну, что из мелодии все услышали в конечном итоге, ну, что звучание абсолютно вот этого чуда. Еще раз, для контрольной проверки, одну секунду, вот, что вот я вот ёбкался по поводу системы управления жестами в телефонах от компании Meizu. Вот допилите их, и это был бы идеальный, ну, что телефон. Отлично для меня, я не хочу, ну, что лукавить, он у меня в вполне, потому что все устраивает по камере, все. Так, ребят, еще раз. Так,
Я так думаю, что все услышали. И давайте попытаемся. Пока я так понял, что оптимально. И у нас есть телефон от компании Vivo. Ребят, попытаемся еще испытать и здесь это чудо. Только вот единственное, я так толком еще, знаете, ну, скажем, я не люблю обманывать вот людей и использую, ну, телефон, ну, что для работы, ну, что в большинстве, ну, естественно же, игры иногда играю. Но вот так, чтобы уже аж чересчур там быть за таким человеком, то нет. Так, ребят, ну что, включаем. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Скажу, ну, честно, что я услышал. Отличия тут ноль. Единственное, что, конечно же, смущает, что из пластика, но сделано из высококачественного, из пластика, звучание изумительное и вызывает в колонке, что и крупнее, ну, что были и побольше. По автономности, ну, что тут еще лучше. Я надеюсь, что в перспективе еще и будет, ну, что ассистент от Xiaomi.